Всем добрый день! Сегодня у нас новая коллекция на обзоре. Называется она «Новогодняя красавица» с золотым люрексом. И также сейчас каждое изделие покажу по отдельности. Такая вот красота. Здесь у нас входит два вида наволочек с красным фоном и белым фоном. Можно заметить по кантику. Обратная сторона – это велюр. И вот такое красивое свечение золотого люрекса. И следующие у нас идут в обзоре порционные салфетки 35×45. Они здесь небольшие малышки, обработка евроуголок, также золотой люрекс. Так вот смотрятся. Далее это у нас дорожки. Это дорожка 40×100, также есть 44×140. Большой вид, золотой люрекс. Такие вот две елочки. Ну и скатерочка 100×100, вот такая вот красавица. В этой коллекции есть прямоугольные скатерти больших размеров. Обязательно все уточняйте в директ. Посмотрите, какое красивое свечение. Также очень частый запрос к этим наволочкам – это компаньоны. В красно-золотой гамме я покажу всего лишь несколько штучек. На самом деле их огромное количество разных наволочек. Вот та самая красавица в красном плане. Мастерская подарков очень хорошо сочетается с этой коллекцией. Красно-золотой. Такая вот красота. Угу.